У меня, короче, созрел вопрос. Вот я показываю предмет вопроса. Ответь мне на вопрос, зачем ты их так подогнула? Как зачем, зачем? Это же неудобно. На виде. А мне, по-вашему, их вот так носить? Ого. Ого, там и лук можно хранить. До колена еще и выше. Это что, это носок такой? Это гольфы. А, гольфы. Я думал, гольф это спорт. А, гольфы, наверное, одевают для спорта. А зачем ты их подтягиваешь так? Для удобства? Я их натягиваю, а потом этот, чтобы они были хорошо натянуты, а потом делаю их короче. Ну, у нас, как обычно, раннее утро, стекло разбитое. Это у нас форсочка. Да. Это то же самое, что типа гольфы, только... Гольфы только носки, а это у нас разбитое окно, только форточка. Ну а что, зимой удобно пельмени хранить, ничего открывать не надо, у нас зимы холодные. Пельмени замораживаются так побыстрее. Видите, как у нас оптимально все. Оптимистично. Балкон почти разобрали. Осталось мне только там по мелочи разобрать, да? Угу. Всем пока. Помаду все стерла, съела все. Это специально так сделано. Вот, да, еще один вопрос сразу созрел. А зачем ты так помаду сделал? Ту-ру-ру. Чтобы у проходящих прохожих был вопрос, зачем я так сделала помаду? И будет новая фишка. И, оказывается, эту фишку сделаю я. Такая, видите, кривая помада, короче, кривая, косая, короче, зато и необычно. Всем пока.